столица Туркменистана, известная зданиями из белого мрамора и грандиозными памятниками. В северо-западной части города возвышается мечеть Туркменбаши Руха с огромным золотым куполом. В центре города можно увидеть мечеть Эртугрул Газы, созданную по модели голубой мечети в Стамбуле. И еще одно интересное сооружение – дворец бракосочетаний Бакт-Кошки. Его здание, состоящее из нескольких уровней в форме звезд, увенчано золотым шаром. В музее туркменского ковра представлены образцы традиционного ткачества. Душанбе – это столица Таджикистана. Город расположен на реке Варзоб. На ее восточном берегу находится парк Рудаки, названный в честь известного поэта. Памятник ему установлен под мозаичной аркой. На площади на высоком флагштоке развивается флаг Таджикистана. В память о великом воине Исмаиле Самани был установлен памятник и золоченая арка. Еще одна достопримечательность города – Национальный музей Таджикистана, где можно увидеть археологические находки.